Я Светлана Уварова, я из города Казань. Вы знаете, до этого я 20 лет шла к одной цели. Эта цель зависела от недвижимости. Нашей семье положена недвижимость, это квартира без оплаты. Но ходя 20 лет, я видела такие препятствия в жизни, мне только отказывали, смеялись, меня предавали. Я ходила к адвокатам, это был мой последний, единственный шанс. Мне говорят, спуститесь с небес на землю, вам не положено, вам нельзя. В конце ноября я узнала о Международной ассоциации Суперджам. У меня в жизни начались прям великие чудеса. Мне приходит звонок и говорят, вы знаете, на вашу семью посмотрели совсем с другой стороны. Вам одобрили, вручают ключи от двухкомнатной квартиры. Вы представляете? Хочу сказать, сейчас я ушла от наемной работы. Я 26 лет посвятила этой работе и поняла, что именно здесь мое предназначение. Именно здесь ваш шанс иметь все, что вы хотите. Пока мы здесь, возможно, все. Я благодарю вас, я обнимаю вас всех.